Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 35 из учебника «Математика 6 класс» Вилен Гинджохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Напишите все трехзначные числа, в запись которых входят лишь цифры 0, 2 и 5, и которые а делятся на 2, б делятся на 5. Чтобы решить данное задание, нам нужно знать признаки делимости на 2, на 5 и все, что с этим связано. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. А я лишь коротко напомню признак делимости на 2. Если запись натурального числа оканчивается четной цифрой, то это число четно, делится без остатка на 2. А если запись числа оканчивается нечетной цифрой, то это число нечетно. Это нам пригодится чуть позже, да? Но мы повторим все-таки. Если запись натурального числа оканчивается цифрой 0 или 5, то это число делится без остатка на 5. В принципе, это все, что нам нужно знать. Итак, давайте просто напишем все варианты чисел, которые у нас могут быть. То есть у нас число может начинаться на двоечку, а может начинаться на пятерочку, да? На 0 число у нас начинаться не будет. Итак, если в числе первая цифра будет 2, то вторая цифра может быть либо 0, либо 5. Да? Других вариантов не будет. У пятерочки какие варианты? Если первая цифра 5, то вторая цифра либо 0, либо 2. Да? Хорошо, если здесь у нас получается в первом 2, дальше идет 0. А, ну хотя это не все варианты, потому что мы, смотрите, можем брать с вами и 0, и 2, и 5 сколько угодно раз. То есть здесь мы запишем также циферку 2, а здесь также запишем циферку 5. Понятно, да? То есть мы можем брать неограниченное количество раз. Итак, здесь у нас число может двоечка закончиться на 0. Может это число закончиться на 2 и может на 5. То же самое с нулем. На 0, на 2 и на 5. И то же самое здесь может закончиться на 0, на 2 и на 5. Да? То же самое у нас у пятерки. Каждое из чисел может заканчиваться нулем, двойкой или пятеркой. Итак, 0, 2, 5, 0, 2, 5, и здесь тоже 0, 2 и 5. Так, записали. Теперь давайте составлять числа и выбирать, какие же нам подойдут. Итак, для начала будем записывать. Да, числа, которые нам подойдут, они должны делиться на 2. На 2 у нас будут делиться числа, которые заканчиваются четной цифрой. В данном случае это 0 или 2. То есть нам подойдет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, это. То есть везде, где заканчивается на 0 и 2. Да? Давайте пробовать выписывать. То есть с двоечкой это будет 2, 2 и 0. 2, 2 и 0. И 2. Дальше 2, 0, 0, 2, 0, 2. Да? И последнее 2, 5, 0, 2, 5, 2. Это те числа, которые начинаются на двойку, которые начинаются на пятерку. 5, 0, 0, 5, 0, 2. Следующее 5, 2, 0, 5, 2, 2. И в конце 5, 5, 0 и 5, 5, 2. Все, это все числа, которые у нас будут делиться на 2. Теперь числа, которые будут делиться на 5. Чтобы они делились на 5, они должны заканчиваться у нас либо нулем, либо пятерочкой. Я их подчеркну, чтобы было хорошо нам видно, где у нас эти числа. Вот они, да? Итак, записываем ответ под буквой Б. Так, начинаем снова-таки с двоечки. 2, 2, 0, 2, 2, 5. Дальше 2, 0, 0, 2, 0, 5. 2, 5, 0 и 2, 5, 5.
Так, с числами, которые начинаются на двоечку, закончили. Переходим к пятерке. Получается 5, 0, 0, 5, 0, 5. Да? Так, дальше. 5, 2, 0, 5, 2, 5. И последнее 5, 5, 0, 5, 5, 5. Все, вот это все возможные трехзначные числа, в запись которых входят лишь цифры 0, 2 и 5, и которые А делятся на 2 и Б делятся на 5. На этом задание мы с вами выполнили. Но перейдя по ссылке в описании на наш сайт, каждый из вас может решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получат пополнение счета на свой телефон. Так что вперед! Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, то оставляйте их под этим видео. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. До следующего задания.